США на штат Мичиган обрушился смерч. Мощный вихрь промчался над лесами в штате Мичиган. За движением черных облаков наблюдали сотни людей. В американском штате Мичиган зафиксировали мощный смерч. Об этом говорится в сюжете ТСН от понедельника, 3 сентября. Видео сняли очевидцы. Небо внезапно накрыли густые серые облака, поднялся ветер. За движением черных облаков наблюдали сотни людей. На своем пути смерч снес несколько зданий. Обошлось без жертв и пострадавших. По словам метеорологов, такой сильный ветер может принести в регион мощные осадки. Ранее в Днепре пронесся смерч, который разрушил крышу здания. Также харьковчанину удалось снять на видео пыльный вихрь. Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmikorrespondent.net. По материалам сайта news.com.